Привет всем! Ну вот и выбрались мы. Прём на рыбалочку. Долго не думая, как обычно. Кинули и поехали. Снарягу. Чё нам тут? Загрузился и ушел. Красота. Ромки тоже был конвой, классно. Он его где-то проехал. Он белый, короче, с точкой бьет. Что-то ночью, я думаю, надо что-то это на стопушку наклеить, знаешь, чтобы не точкой бил. Россия. Россия. Не были мы там. Ты чем стреляешь? Ну-ка покажи. А? Чем стреляешь? Живем? Да понятно, дробь какой, дробь какой. А? Дробь какой, не. У меня обувь какой есть. Запасной. А он что, лезет, да? В этот твой. А? Твой ее лезет? А у тебя 8-миллиметровый еще, да? Восьмерка же, пиздец. Тоже такой запасной. Вот он, у меня два. На там на том месте. Мало того, что ружья два. Позамялось на. А это вот родной, которым я охочу сюда. А-а-а. Вот. Ну тоже пули, не дюбик. Ты перекручивал, не? А, да, накручивал тоже. Это пеленгасовский родной, то есть родной. А-а-а. У меня он трехгранный был. Но трехгранник, блядь, камни не держит. Чуть-чуть попроще. Ну тоже с катушкой полностью смешно, конечно. Короче, лежит второй полностью готовый. А это что, линия сброса или это этот переключатель? Это этот. Регулятор боя. Регулятор мощности. А-а-а. Регулятор боя. И кстати, вот этот линь, который там вот этот оранжевый, он бешеный. Как проволока. Не гнется, не путается, ничего. Да, классно. Круто. Это второй лежит на запасе.
И тут у меня прямая предательство считается. Я пытаюсь за ним скрыть с этим папом. Нет, не пошел. После выстрела я поразил. Пытаюсь сразу же здесь, плыву. Но нет, не получилось. Некоторое время спустя я его нашел, добыл и вылазил на берег. Ну вот так вот поохотились. Охуй. Вот такая красота. Лесов нету, да? Лесы есть. А? Лесы есть. Есть? Ну какой. Хорошая щучка. И не скинешь потом видос. Конечно. Сборы, сборы. Я ружбеку надо сюда поставить.